И вообще я очень рад, что этот фильм показываем вам, молодые, энергичные, бодрые. Сегодня потрясающе выступали, очень-очень понравилось. И если коротко, вот себя помню на вашем месте, тоже когда я учился в школе, если честно, может быть, я был неправильный, но тоже нас таскали там класть цветы, тоже собирали в актовом зале. И для меня это было в начале, ну, ура, уроков не будет, немножечко переключиться, напрягаться не надо. Но со временем, чем больше таких мероприятий проходило, когда я наблюдал за ветеранами, когда я наблюдал за тем, о чем говорят, я со временем стал понимать, что это нужно, что хочется передавать вот это вот наши корни, нашу историю, какие-то ценности, традиции надо передавать дальше. И сам, когда я вырос, я сам теперь хочу этим заниматься. Именно благодаря этим мыслям заставил себя, как бы вся наша команда создала этот фильм, который снимался в течение 5 лет, очень долго, во время того, как учились в Институте кинематографии, и было 80 часов материала. На самом деле, ну, я сделал объявление и написал такие факты, как там 33 года служил в армии наш герой, 49 нарушителей задержал. У него одна история, которая немножечко здесь озвучивается в фильме, где два человека в реальности задержали целую, чуть ли там не сотню нарушителей. Это целая была история. Я узнал ее где-то год назад, там 2 года назад. Для меня был такой шок, о ней умалчивал, она была там секретная. И невероятно, что человек прожил через все это. И хочется, чтобы все вы также, может быть, спрашивали, у кого еще, может быть, дедушки есть, или спрашивали у родителей о ваших дедушках, чтобы вы, может быть, сами создали какой-то семейный фильм, где сохраните те традиции, которые у вас вообще все в них есть. Я хочу сказать главное. На самом деле, эта мысль озвучена в фильме в самом начале. И это вот именно благодаря этой мысли я вообще захотел это сделать. То, что этот человек с большой буквы внес мне в душу, это мысль о том, что бы ты ни делал, это должно приносить какую-то пользу. Может быть, кому-то, кто рядом, может быть, твоей семье, может быть, стране, обществу, может быть, вообще делать мир лучше, кто у нас идеалист, а я идеалист, в принципе. Есть критика по фильму, и потому что у меня было много версий, и где-то редакции было 8. Изначально было 50 минут, потом 37, оно сокращалось. В течение 5 лет я советовался с режиссерами из ВГИКа, со знакомыми, там, операторами, очень многими людьми. Мне помогали из маленьких-маленьких куча отрезков, связанными вот с историей жизни человека, которые можно было просто перечислять. А их достижений и очень интересных моментов было огромное количество. Это можно было показывать бесконечно. Я сделал акцент на одном моменте. Я для себя его назвал бы, что показать необыкновенную жизненную силу этого человека. И как бы на этом базируется фильм. И я оттуда убрал, наверное, вот все будут жаловаться, там, политику лишнюю убрал, много-много интервью обрезал, то еще очень сильно сократил. Но опять же, скажите ваше мнение, когда посмотрим. Давайте уже смотреть.